Всем здорово, ребят. Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Вани, который нам его предоставил. Русский сервер, как видите, шарик вроде должен он был радовать всех, но это печаль полная. Ни обмена героев, говняного обмена героев, ни толкового шарика. У нас роллинг, у нас аккаунт удачи, вот так вот. Ну, немножко доната до шапки даже не дошел. Поехали посмотрим, что у него есть по героям интересного. Такс, по героям 70-93. Фоб, Космо, Трифит. Дуэлянта можно пропустить. Оккультист, землерой, Касвали, Насура, Махатма, Рогатка. В принципе, есть что выбивать. Никакого коллекционера сегодня нет. Ничего сегодня нет. Еще раз гляну, что там по супер наборах у нас. Везде печаль. В общем, такой вот аккаунт. Ничего такого сверхъестественного нет. Так, находится он. Гильдия без гильдии, поэтому не кидайте заявочки, не вступайте. Ну что, поехали. Будем пробовать развалить сегодня этот рандомчик. Посмотрим его еще аккаунт, что у него интересного есть. Так, с бесплатки нам падает инженер. Потом сразу же падает атлант. Это означает, что будет мега имбовый роллинг сейчас. Но это не точно. Я люблю больше роллить под коллекционера. Купидон. Там как-то, не знаю, как-то более веселее, потому что ты еще получаешь хоть какие-то плюхи. Паладин. Ну это все, ребят. Это просто мега эпический роллинг. РТшка. Что можно сказать вот о русском сервере одним словом? Вот напишите в комментах. О, вот это оно, это капитан Рогатка. Наконец-то, блин. Наконец-то, блин, мы хоть что-то интересное вытащили, недостающее. Ну что, поздравляю, кэп у тебя уже есть. Хороший герой. Ну, относительно, в принципе, если его прокачать, его можно довольно-таки неплохо использовать на по локациях. В общем, хорош. Реально хорош, поехали. Поехали в рейд. Потом посмотрим, что у него на аккаунте еще есть. Я люблю бегать в рейд. Почему? Потому что сразу же падает после рейда. Там за пару тычек топовая легенда. Сейчас вы это все увидите. Но это не точно. После обновы что-то реально хрень падает. Так, он забирал, вижу, Battle Pass. И чик-чик, я же говорил, падает имба. Я говорил, падает имба сразу после этого. Посмотрите, что начало делать. Посмотрите, что вообще происходит на этом аккаунте. Бигфут. Это просто, ребят, это просто жесть. Вот так вот, поэтому я хожу в рейды иногда. Поехали посмотрим героев. Еще отвлечемся от этого рандомчика. Потому что, знаете, все время ролить по 450. В итоге такая хрень бывает, падает. Вот я вчера в этом сам лично удостоверился. Так, с вальсом. А что по снаряге? Жизнь и вальс несовместимы. Это бесполезный талант для Фрей, если у тебя нет на ней уклонений. Так, оживо. Ну, нормально. Подашка девятая. Ну, в принципе, как вариант. Сейчас посмотрим, что у него по подземкам пройдено с такими героями. Ну, герои, в принципе, относительно неплохие. Для такого доната. Окей. С этим разобрались. Поехали дальше. Let's go, baby, дальше. Кстати, что у него по питомцам? Ну, понятно. Все точно так же, как у всех. Это у меня просто мутанты появились. Так, let's go. Snow. Snow, snow, snow. Ну, видите, вот. Не пошел в рейд. Нифига не получил. Суккуб Тесса. Ну, такое себе. Бульдозер Валентина. Ледяной феникс. Нафига? Вот нафига еще один ледяной феникс? Лучше дали бы космо. Было бы больше толку. Хранитель.
Фена он купил. Видите, вот только купил фена, сразу же он падает. Это закон подлости. Всегда так. У всех такая хрень. Так, окей. Поехали дальше. То чувство, блин, когда... У него там, по-моему, еще один на складе валялся, если не ошибаюсь. Он, наверное, ради скина забирал. Поехали. Королева гарпий. Видите, как работает? Князь тыква. Просто-просто полный трэш. Рандомчик. Трифит. Трифит, по-моему, тоже... Если я не ошибаюсь, недостающий герой. Да уж, да уж. Я просто от русского сервера, честно говоря, немножко в шоке. Блин, Махатма, Свали, Насура, Землеройка, Оккультист. Вот реально, блин, они так кайфово падали. Да, Трифит у нас недостающий. Ну, второй герой недостающий. Но это не имба. Я не знаю, я, например, Трифида, ну, просто не использую сейчас. На сегодня для меня это мертвый герой. Как, наверное, для большинства из вас. Выбить чисто ради силы, ради того, чтобы поднять, потом иметь возможность поднять скилл. Так, Малышник, Дед Мороз, Дракос, пойдет. То чувство, когда... Пора опять идти в рейд. Ну ничего не сделаешь. Вот, просто чисто вот развлекаться, ходить в рейд, чтобы хоть какой-то поменялось. Я не знаю, но вот почему-то в большинстве случаев после рейда реально помогает выбить леву. Я не знаю, почему так. Ну просто пипец. Поэтому я не знаю, по этим роллингам, я же говорю, я вот больше стараюсь ролить, когда есть коллекционер. Там хоть плюшки получаешь. Хоть что-то можно, какой-то шанс и вариант есть, чтобы получить какую-то плюшечку. Так, нам надо слиться. Отлично, мы сливаемся, это хорошо. Чем мы не сольемся, они хотят сказать? Не слились. Надо дослиться. Даже посмотрите, даже при таком, ну, нету уклонения у него, все равно у него миссают. А, у него слон там стоит. Ну, и все равно надо наролить больше уклонения в созвездиях. Ну, живет. Как ни странно, реально живет. Так, надо дослить их. Ну, как-никак, все равно хоть как-то выживает. Такс, ну что, поехали. Кстати, что у него тут? В принципе, нормально. Не знаю, что он кому-то десятку не качает. Хотя сейчас мало героев, которым реально стоит. Шаман. Суккуб. Я же говорил, что надо, ребята, надо бегать. Ну, Королева Ос, блядь, это не имба, но все равно это последний недостающий герой. Для многих. Но все равно мы ее вытащили. Видите, есть какой-то. И Анубис в итоге падает в конце. Ну, я считаю, в райде надо бегать. Вот просто надо бегать. Я не знаю, вот. Кайф. Так, ну что. Королева Ос, блин, третий, я вам скажу так. Третий роллинг. А у него Королева Ос уже есть. Ну, вот так вот, ребят. Там ее, по-моему, на русском сервере даже сейчас продают.
Да, продают. Но мы вытащили, я думал, что-то не посмотрел. Наш реально у него есть. Ну, еще повторочка. И Анубис в конце в итоге. Конечно, Анубисы тоже уже у всех есть. В общем, такой вот, ребят, роллинг. Достали мы ему две недостающих Лея. Всего лишь две. Еще и Королеву Ос. Ну, я не знаю. Сейчас вот реально она очень хорошо падает. Поэтому вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Я не знаю. Кидайте заявочки на роллинг. Только когда есть коллекционер в основном, тогда лучше. Ну и так можете кидать, кто хочет послить самики. Всем удачи. Всем пока.